сегодня мы заказали семейный спа. Здесь такие горячие кушетки из мрамора. Очень приятно на них лежать. Здесь джакузи с солью и аромамаслом. Нажимаешь, и включается джакузи. Здесь водичка. Сейчас мы ждем чаечек. И здесь вот такая вот капсула. Очень классная капсула. Не могу вам не показать эту красоту. Смотрите, какую мне красоту подарили в санатории. Такой красивый букет. Всегда приятно быть красивой женщиной, которая уделяет внимание. Вот. Так что вот. Смотрите, какие шары вам. Тоже покажу. Смешные все. Так что даже в санатории может быть вот такая красота, романтика. Мне кажется, это очень мило. Теперь у меня возле постельки будет такой красивый букет стоять. Смотрите, что я вам покажу. Та-дам! Это рыба сухая. Впервые в жизни вижу такую рыбу. Сегодня буду ее пробовать. Мне ее подарили мальчики, которые торгуют этой рыбой. Вот, поэтому сегодня впервые в жизни буду есть вот такую рыбу. Я в шоке была. Говорю, как ее есть, как ее чистить. Голову я оторвала по дороге и подарила кошке. Кошка была очень милая, рыженькая, с какой-то обломанной лапкой, поэтому я решила оторвать ей голову. В любом случае, глаза и голову кушать я не буду, поэтому я решила порадовать не только себя, но еще и кошечку. И также я покупаю здесь обязательно мед. Купила большую банку вот такого вот липового меда. Он очень вкусный, я люблю именно липовый мед, а бывает еще он еще светлее есть мед, вот если еще светлее, то вообще просто супер. Очень люблю именно светлый мед. Стоил он на $4, вот такая большая бантика. Очень вам хотела рассказать про книгу, которую я сейчас читаю. Это «Ты сама себе психолог» Елена Друма. Знаете, это самая грамотная книга о психологии, о женской психологии, о женской энергетике, вообще о жизни женщины, самая грамотная книга за вообще все последнее время, то, что я читала. Действительно, здесь и упражнения, здесь она такая, знаете, очень современная, написана именно умной современной женщиной. Здесь вы найдете все, что касается женской психологии, женской энергетики, женского внутреннего мира. То есть эта книга именно адаптирована для современных женщин. Мне очень она нравится. Я сейчас в процессе чтения данной книги и могу сказать, что если вы хотите в чем-то разобраться, разобраться в самой себе, стать гораздо более умнее, то вам нужно обязательно купить себе такую книгу. Божественная, божественная, просто вдохновляющая. Я очень часто слышу от девчонок, что сейчас многие находятся в каких-то затяжных депрессиях, имеют какие-то панические атаки. Так вот, для того, чтобы у вас не было никаких панических атак, никаких депрессий, особенно затяжных, пытайтесь разобраться в себе, занимайтесь духовными практиками. Вы будете абсолютно по-другому смотреть на эту жизнь, на все ситуации, которые происходят в вашей жизни. Вы будете с такой легкостью вообще относиться ко всему, настолько легко отпускать все от себя. Нужно уметь правильно реагировать на смерть близких, на уход близких. Нужно отпускать плохих людей, правильно принимать хороших людей, правильно уметь удерживать этих людей. Вообще нужно правильно и спокойно относиться ко всему в жизни, очень грамотно относиться, жить с гармонией. Вот для того, чтобы жить с гармонией, для того, чтобы спокойно ко всему относиться, вам нужно обязательно читать такие книги, чтобы уметь находить эту гармонию и правильно ко всему абсолютно относиться. Отвечаю на вопрос под прошлым видео касательно этого санатория. Вопрос звучал так, что мне нравится и не нравится в данном санатории. Могу сказать, что я для себя пока не вижу никаких абсолютно минусов данного санатория. Мне все очень нравится. Единственный момент, который я бы отметила, к сожалению, здесь заказное меню, то есть меню, которое вы сами выбираете, что вам кушать на несколько дней вперед. И отмечаете вы обязательно
за завтраком утром, но, к сожалению, я иногда не хожу на завтрак, и если я не пришла на завтрак, то на следующий день мне будут давать еду, которую они захотят, а не которую я заказала. У меня, конечно же, с едой проблемы, потому что мясо я не кушаю, птицу я кушаю очень редко. Здесь я в основном кушаю какие-то такие овощи, в основном овощи, злаки. То есть это каши. К сожалению, иногда бывают такие небольшие проблемы с выбором еды. Вот. Это, к сожалению, мне не очень нравится то, что нужно выбирать. Иногда списки выбора не очень хорошие, но тем не менее здесь очень вкусно кормят. В соседнем санатории Приозерный, который также является очень хорошим санаторием здесь на Нарочи, вообще на Нарочи всего лишь два хороших санатория, это Спутник и Приозерный. Так вот, в Приозерном там шведский стол питания, но почему я туда не еду? Потому что там одни бабушки отдыхают. Поэтому, знаете, как-то с бабушками отдыхать мне уж точно не хочется. Здесь контингент Спутник гораздо лучше, чем в Приозерном. В Приозерном, конечно, даже и на дискотеку, когда вечером заходишь, танцуют 100 бабушек. Вот, поэтому такой контингент, который в Приозерном, мне, если честно, не очень нравится. А так, в принципе, в этом санатории только одни плюсы. Новый ремонт, новый блок, новое оборудование. Люблю здесь проходить, мне нравится магнитная терапия, магнитные кушетки, магниты, магниты-соленоиды. Это такая очень достаточно полезная процедура для того, чтобы кровь разъезжалась. Также мне очень нравится здесь бассейн. Здесь вообще два бассейна, здесь очень хорошие массажисты, особенно на 5-м этаже. Работают очень профессионалы, такие мужчины, они делают сегментарный массаж. Касательно, то есть, конкретно на вашу проблемную зону. Также в этом санатории очень хороший гинеколог, гинеколог, который очень сильно славится, поэтому если вдруг вам нужен был гинеколог, то вам в этот санаторий обязательно к ней, потому что она очень-очень профессиональная. Вот. Также мне очень нравятся здесь ванны, вихревые, оздоровительные, очень полезно и приятно. Поступило несколько вопросов касательно прошлого влога и вопросы касательно того, как нужно вообще делать витамин Е на глазки, на кожу вокруг глаз. Девочки, вот такая упаковочка, 30 капсул. Капсулы выглядят вот так вот. Вы берете иголочку, ножницы, все что угодно, разрываете, разрезаете капсулу и наносите на очищенное лицо, то есть на очищенную область кожи вокруг глаз вечером перед сном. Затем ложитесь спать, утром просыпаетесь, если у вас есть какие-то остаточки масла, они не впитались, то вы можете умыться или промокнуть их салфеточкой. Вот, то есть нужно поспать с этим маслом обязательно ночь. Как нужно делать? Нужно делать обязательно курсом, то есть 30 капсул, это 30 дней, это вы, соответственно, делаете 1 месяц, дальше делаете перерыв 1 месяц и продолжаете делать опять целый месяц. То есть месяц делаете, месяц не делаете. Месяц делаете, месяц не делаете. То есть вот такими курсами нужно делать витамин Е для кожи вокруг глаз. Постоянно пользоваться им не нужно, потому что, в принципе, за месяц ваша кожа насытится, вам хватит этого резерва, через месяц вы его опять повторяете и повторяете. Это все не накапливается в вашей коже, поэтому если вы это сделаете один раз, или сделаете один раз в месяц, или сделаете один раз в неделю, поверьте, никакого результата не будет. Для того, чтобы был какой-то результат, уход должен быть системным. Должна быть система, должен быть пройден курс, и этот курс нужно постоянно повторять. Так что не экономьте на себе, не жалейте времени, не жалейте денег, тем более витамин Е стоит всего лишь $2. Вот, поэтому это самое дешевое, что вы можете сделать для себя, для своих глазок, а кожа вокруг глаз, она вообще стареет очень быстро, поэтому это, знаете, такой большой показатель возраста у женщины, да, сразу видно, сколько ей лет, это шея и область вокруг глаз, поэтому, пожалуйста, не ленитесь, да, и делайте такой вот очень легкий способ поддержания ухода за собой.